Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Алин, 3 гигабайта в месяц это достаточно? Мне да. А что ты делаешь с интернетом? Твиттерчик читаю, инстаграмчик смотрю. А видосы смотришь? Нет. Специально экономишь? Типа того. Потому что я всегда забываю про трафик и это. Всегда смотрю видосы. Ингуш где? Дома? Наверное. Я сольчиком и соленчиком. Вот бежит в ингушетии. А что такое? Занят, может быть. Так я с ним тоже не переписываюсь. Я ему не звонила. Нихуя чмошница, как мило. Хочешь, подгоню тебе такие картинки? По нему? Посмотри. Я уже думала, по мне соскучился. Так, потрескавшийся телефон. И в чем прикол? Телефон потрескавшийся. Ну? Это типа картинка. Вот а, серьезно? А есть такие? Покормиться не хочешь? Что сделать? Покормить тебя? Я только что сидела и не могла доесть наггетсы. Вот, но я их доела, поэтому ты слишком поздно. Они были вкусными. Такими нежными, вкусными. Ну, как обычно. А ты что, где бухаешь? Тебя из порядка и скажу тебе да. Да, и сразу же. Чё? Там кто-то сказал, что в Тюмгуч. А. Мне очень сразу было. Это я? И что такая самца. Зашел, говорит, спросил, покорми, покормишь меня, не покормишь, и вышел. Привет. Не идут тени? Кто? Тени идут мне? Хороша жизнь, как у вас жизнь. Зачем вы меня скрините? Меня кто-то заскринил. А чё она опаздывает? Чуть-чуть, да. Отлично. Это хорошо. Ставлю класс. Кто в центре, кисы, кто где? Сбера, да, и скажу тебе да. Что это за приложение? Билайн. Мне 15. Ты смотришь? Это что, в телескопе есть? Нет, это. Я просто никогда не видела. Ты когда-нибудь смотрела мне транс? Да, через твиттер тоже. Да. У меня нет перископа, наверное. На 16 гигабайт в перископ. Ну, я ончик периодически заходит, правда, она всегда молчит. Она даже иногда молчит, когда я с ней поздороваюсь, она продолжает молчать. Нет, ты вчера пришла, я с тобой поздоровалась, и потом у меня телефон сел. Да, я как раз писала сообщение и такая, ничего, куда все просто. Нет, телефон сел. Кто здесь? Интересно, если я так сделаю, он будет стоять? Стоит? Тебя из порядка и скажи тебе да. Фига, не орут на весь мок. Почему мне никто не пишет, как обычно? Почему я на 12 лет выросла? Все за 506 гигабайт. В
месяц 500. Нормально? Привет. Наверное, потому что ты не адекватна. Ясно, понятно. Только странно, что это главное 6 гигабайтов. Как подключить тариф? Не знаю, можно скачать приложение вот это и как раз и в нем переключиться. Надо будет. Я даже сейчас это сделаю. А вот все за 800, там 8 гигабайтов дают. А за 1210 10. Нет, за 500 мне кажется нормально. Если за 300, 300 рублей, да, там получается? Если 300, то 3 гигабайта. 3. За 500 мне кажется нормально сейчас. Всего 2 сотки накидываешь. Ну 300, 400, 500. Плюс 2 сотки просто. Давай поговорим о политике. Я не очень разбираюсь в политике, поэтому не думаю, что это очень уместная тема для разговора. Мне кажется, у меня вообще никакого тарифа нет. Я понятия не имею, какой у меня тариф. Надо сейчас будет скачать приложение. Приложение там. Потому что у меня никогда нет трафика. Скажи себе да. Как ты думаешь, что должен сделать Путин, чтобы всем было хорошо? Как вы думаете, что должен сделать Путин, чтобы всем было хорошо? Для каждого человека... Я не разбираюсь в политике. Для каждого человека нужно что-то свое. Кому-то не хватает одного, кому-то не хватает другого, поэтому всем не угодишь. Я не разбираюсь в политике, я не знаю. Я уже сказала, что это не очень местная тема для разговора. Давай о чем-нибудь другом поговорим, более простом и понятном для меня. Еще вспомнила однажды скажу. Я в маке. Я не знаю. Давай ты. На какую тему можно поговорить в перископе? Снимаю перископ. А? Не снимаю. Спасибо за ответ. Я с Солей и с Алиной. Что ты делаешь? А что тебе платишь? В маке. В том, что единорогов стало много. На этой земле есть единороги? А на какой есть? Сколько калорий в этом г? В чем? Единорогов не существует. Да блин, не надо, я хочу посмотреть просто, где у тебя разбилось кран. Здесь же получается? Ну да. Я не знаю. А где такие картинки найти? Да нет, это просто мне как-то правильно. Ну, дальше. Какому человеку? Это я сказала. Подаришь мне единорога на 8 марта? Личного. Она очень озадачена, поэтому я не думаю, что... Подаришь? Я буду ждать. Только я хочу волшебного единорога. Okay.
кстати, у меня одногруппники на английском перископ снимали. А? Нет, одногруппники на английском перископ снимали. И чё? А, это такая клёвая. Возле Мака, третий ряд справа, он твой, он волшебный. Я не поняла, где. И еще, короче, я зашла в их трансляцию и такие увидели мой ник, типа химик. И говорят, о, какой-то химик к нам зашел. Они не спалили? Что это ты? Ты не хотела говорить, что это ты? Да все равно, какая разница, даже если бы узнали.